Всем привет, это прыжки в шестом. Сегодня я стал чемпионом Беларуси. С результатом 5.20, это совсем не тот результат, на который мы готовились. Но, как получилось, за неделю до старта там были инциденты с шиповками, с мозолями, сегодня с коленом. Но все же я очень сильно доволен, что 5.20 хотя бы прыгнул, стал чемпионом. 5.40, третья попытка была очень хорошая, я практически перелетел, там немножко по стоечкам не прошел, планка не устояла, упала, но будем готовиться к лету, скорее всего, поэтому все, всем спасибо.